Всем привет, дорогие друзья! Сейчас будет гайдец на Никс Ассасина. Ассасина. Иду я на мид, соответственно. С этим пуджом, вот с этим, именно с этим, я сейчас играл. Я ему мид не дам ни в коем случае, потому что он конченый, редкостный обоссанец, из-за которого, отчасти из-за которого мы проиграли прошлую игру. Поэтому таким людям мид ни в коем случае нельзя давать. На самом деле играл уже, наверное, игра пятая за сегодня. Предыдущие игры я все проиграл. Я не знаю почему. Точнее, не знаю почему, потому что мидеры, которые идут на мид, они не могут, не знаю, сделать свои обязанности, что ли, как это сказать. Делят мид между собой, там то все, не получается у них гангать нормально. И, короче, я не знаю, что происходит с дотой или с людьми, но все мидеры, которые сегодня были, из-за них, по большей части степени из-за них, мы проигрывали. Вот, поэтому нелегкую ношу я решил взять на себя и попробовать хоть как-то что-то сделать в этой игре, потому что вот этому пуджу я явно мид не отдам. Просто он настолько боссаный. Я просто, я не знаю, невозможно так играть. Он даже это, смотрите, он даже не возмущается, потому что видимо, человек знает, что то ли понял, то ли знает, что он, ну, не настолько хорошо играет на пудже, и он даже не пытается как-то отбить мид, да? Повозмущаться. Что за дела, да? Что такое? Не знаю, против инвокера, конечно, стоять будет не очень приятно, но самое главное Никсу — это левел. Это левел для того, чтобы начать как-то ганкать. Вот. Сейчас постараюсь, конечно же, побольше вынести фарма. Как у меня получится. Ай-яй-яй. На Никса, по-моему, я еще не делал гайд. По-моему, нет у меня его. Но захарасить мне будет инвокеру довольно-таки проблематично, потому что у Никса родной реген, он неплохой. Ай-яй-яй, да. Неплохой. Ого, ФБ. Хорошо. Молодцы. Просто я знаю, что там был реген. Ага. Я не знаю, то ли этот чудной путь его забрал,
когда он туда пошел. То ли кто-то из соперников, но я на него рассчитывал, если честно. Я на него рассчитывал. А, после, не помню, каких обновлений, ну, довольно-таки не так давно они были, да, Никсу сделали... Переработали стан, теперь он работает таким образом, что нужно... Бить по области, а не по герою. То есть, допустим, если взять как стан у Леона, если нажимаешь там на героя, да, то он его дает по герою. Здесь же раньше было так же, но разработчики решили, что это слишком для Никса и урезали. Блин, я не могу себе принести конченый сапог. Куры свободно, я не могу взять и пойти уже гангать. Пока буду стоять на миде, принесу себе сапог и уже пойду. Пойду убивать. Сейчас вот эту пачку отпушим. Пойдем. Ну, инвекер, по-моему, наверх пошел, если я не ошибаюсь. Я не знаю, почему они так... Здесь вард стоит, я понял. Почему они так расхлябисто играют, они не боятся. Но пока наверх смысла идти нету, там вард. Вниз пока тоже. Вроде не требуется ганг.
Где я? Он же за раны, по-моему, пошел, нет? Так. Далее, естественно, мы собираем. Блин, я его не видел. Минус. Мне интересно, здесь стоят варды или нет. Я просто не знаю, мне куда-то идти, вроде все под башнями стоят, и типа тоже с ними стоять. Какой смысл? Я пока лучше попробую нафармить себе догон. Там Лина карает. Неужели за меня кинуло нормальных игроков, которые действительно играют? Первый раз за сегодня. 10 минут, ни одного ганга от меня. Ну, в принципе, какая-то инвокера, но инвокер умирал, поэтому... Что за бред? У меня дота свернулась. Теперь лагает. Подождите. Блин, что-то с дотой стало, я не понял. Хрень какая-то. У меня дота лагает теперь. Капец. Жопа, у меня дота лагает. А, я не знаю, что случилось. Нет, не стоит туда лезть, потому что их там... Хотя и нас тоже есть много. Так, что у нас с дотой? Самое главное, чтобы запись не лагала. Вроде запись нормально, да? Все вроде восстановилось. Все, поехали. В общем, про способности Никса расскажу чуть попозже. Как его качать? Значит, качаете через первую, вторую, третью берете на единичку. Блин, у меня что-то с компом.
Ну, ну. Застилила. Идем, идем, братан. Бежим. Даже можно так сказать. Хорош. Так, есть у нас догон. Отлично. Ты что тут? Так, ну что, в принципе, я готов, готов идти дальше. Надо искать на самом деле Люкана, который в лесу Пудж правильно все делает. Слушайте, а я гнал на Пуджа, а Пудж-то... Вон что утворяет. Но на самом деле, ребят, в той игре я был ужасно огорчен его игрой, потому что в той игре, ну просто он ужасно отыграл. Он ничего вообще не сделал для команды. Здесь же и хукает, и попадает. Не знаю, с чем это связано. Блин, я не знаю, куда идти. Я не вижу их. О, вот это я забыл. Вот это да. Вот про это я забыл. Почему-то. Инвокер с Мидасом. Самый конченый инвокер, который может быть. Я всегда это говорил. Ну где все-то? Вышли. Еще 200 хп у него. Ай, убежать, убежать, убежать. Пуч не убежал. Что-то они здесь все оказались. Нежданно, негаданно. Ну ладно. Самое главное, мы выжили. Какой у меня счет вообще? 3-0. Ну, в принципе, неплохо. Значит, они еще и агрессируют. Да, Люкан жирный. И Люкан фармит. Надо его убивать. Так, надо посмотреть, есть у них сентри. Сентри вроде нету. Куда я сделал ТП? Что за бред? Где я? Где я? Ребята! Ну все, что смог дать, я в него дал. Нормально. В общем, Никс это мидер, идете на мид. Или же соло-линию, типа, сложно, да, можно также идти, потому что у нее реген здоровья неплохой, в принципе, у нее есть стан, у нее есть карапасы. Все, все то для... Сколько он стоит, рецепт? Все то, чтобы убежать, если что. Значит, как качать рассказал. Как его собирает? Его собирает стандартно через арканы, через
Догон — это самый, наверное, эффективный способ, который, в принципе, есть. Дальше догон, естественно, максить. Это самое наше главное оружие. Наше самое главное оружие — это прокаст. С прокаста, как правило, мы убиваем не любого, потому что есть, конечно, и жирные, да, но многих. Вот, особенно саппортов, самый, наверное, любимый для Никса цели. Как правило, когда вы максите догон, редко остается времени, чтобы накопить на какие-то другие артефакты, да? Вот. Здесь у нас предлагается некоторый выбор, что могу посоветовать. В принципе, барабаны, ну, такое, если их собирать, то в начале, а в начале мы максим догон, поэтому от барабан смысла, ну, в редких случаях можно, конечно, собрать, потому что барабаны, как-никак, артефакт хороший, дает ауру. Поэтому, не знаю, то ли догон макси, то ли барабаны покупай, это такое, я советую макси догон. Далее, когда мы про максим догон, советую купить Ethereal Blade, чтобы наш прокат становился убийственным. Так, все, приплыли, поехали. Вот, когда уже не будет хватать там нашего прокаста для того, чтобы убивать в лите, да, покупаем Этериал, и в принципе дэмэджа наносим еще больше с прокаста. Тараски, хиксы, прочее, прочее, прочее. Фигня, это все можно. Конечно же, сколько у него ХП? 1000. Покупать, но я даже не знаю, куда сделать ТП, если честно. Кого-то надо сразу же убить. Вот сюда, наверное. Никс. Да, у меня еще вендетта кончится, поэтому... Не получилось, не получилось никого найти. Кумка. Самое печальное, что Кумка ходит с нами, он не фармит. Это, конечно, плохо. Блин, маны на Карапаса не хватило чуть-чуть. Куда она идет? А, на ульт хочет всадить. Ну, ульт-то всади. О, хорошо. А, значит, за Затаром. Тараска, по-моему, вообще Никсу только в глубоком лите, разве что нужна, потому что, типа, жить, ну, такое. В общем, Ethereal Blade, Хекс также можно собрать ему, если с деньгами все хорошо. Некра, ну такое, знаете, типа. Дала их мне зачем-то. Он идет вард сюда ставить, вот же. Наглый. Прости, брат. А, он убил-то. Я думал, я застилил, а он убил. Ладно. Невелика потеря. Поехали дальше. Я понял, для чего она мне дала вард. Чтобы воткнуть там. Что за замес?
там, где я собираюсь. Собираюсь находить свою жертву. Так, есть догон. Это минус Люкан. Стой, сука! Кончиком дотянулся, наверное. Стану до него, но дотянулся. В общем, надо сходить домой, отрегенить МП и уже дальше. Вся суть игры из-за Никса это... Прошел, убил, дал прокаст, пошел, сходил домой, порегенился, опять пошел, дал прокаст. Также такая фишечка, когда вы делаете ТП куда-то с базы, только вы сделали ТП, сразу же уходите в Виндетту, так как это восстановит нам сразу же ману. И это очень удобно. Ну, пуш, конечно, меня поражает. Он сейчас хукает нормально. Блин, в той игре, ну, просто капец какой-то был. Я был очень огорчен. Его игрой. Идем мы спасать виверенка и кого-нибудь под шумок забрать аппарата. Аппарат. Ебаный. Ну я ему дак, конечно. Не, ну не то чтобы мудак, конечно. Нет, все же мудак. Два раза стану не попал. На самом деле стану попасть с Никса после вот этих вот обновлений стало довольно проблематично. Если человек там вильнул в сторону, то все, считай, ты не попал. Поэтому... Играя за Никса, часто такое бывает. Ну да, и без кунки. И без всех сосем. Ой, что-то я ногу отсидел. Ой. И не говори. Блин. Как долго я возрождаюсь? 1700 хп. В принципе, у нас прокаст уже довольно-таки хороший. Ой, какую же я стрелу? 5 секунду, что ли, поймал? Что-то я не понял. Такая прям долгая стрела была. Прям ужас какая долгая. Ладно, пойду вард поставлю. Так, какой у нас счет? О, 11-2. Хорошо, идем. Так, ну что, стоим, ждем жертву. Что орешь? Есть у него ботл? Есть ботл. Я жду, пока кто-нибудь зайдет в лес, типа Люкана, попробовать его там убить.
Так, сентрей купил пачку. И вардов. У них здесь вард стоит. Да. Что они там? Они уже дерутся. Все, братан, я ухожу. Все, я понял. Я понял. Все, все, все. Козел. А нет, Вивер убил его. Что? Так вот. Не серчай, но шейкер. Варды это такое. Ну вот, все, опять домой, как бы. Какой счет? 13-2. Ну, нормально. Так, какой у нас. Все, последний. Последний у нас догончик. Что буду собирать дальше, если. Игра затянется. Ой. Если игра затянется, то, наверное, я буду собирать Этериал. Хотя, вы знаете, Этериал... Нет, я буду собирать Хекс. Да, определенно Хекс, потому что Люкан очень силен у Лити, и, типа, ну, один Кунка его не сможет убить. Надо какое-то рациональное решение этому вопросу. Так, все, цель. Никс. Они могут быть в инвизе, так что смотрите. О, они в инвизе. Сука. Но я стан дал напоследок. Дал стан. Но Вивера, я думаю, убьет. Да, убил. А инвокер убежал. Я хоть кого-то убил в этом забить? Да, одного кого-то убил. Надо какие-то сентри, что ли, тоже покупать. Не знаю. Ну ладно. А, что еще могу добавить по герою? Даже не знаю, в принципе. Все рассказал. Что собирать, как играть. Все, теперь остается ждать, наверное, конца. Возможно, даже в этой игре мы проиграем. Ну, я такой... Что он собирает? Хекс или Шиву? Что это? Если это Хекс, то зачем Кунки Хекс? Кунка, а ты что собираешь? Молчит. Партизан. Шива. А что-нибудь на дэмэдж, не? Ну да, вопрос, если будет банки. Не, ну просто смотри, если сейчас игра затянется, Люкан убивать нечем. А если ты будешь собираться не через дэмэдж, то это будет печально. Дезолятор можно собрать. А что-нибудь попроще, там БФ, криты, лотар, вся херня, не? Хм.
состилить хотел. Видели наглость? И вот эту заберу хрень. Ой. А че вард на Рошан не поставить? У них варды в лесу здесь. Ну ударь, че ударь? Мужик, что ли, до хера? Ударь. Давай. Ага. Атак. 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 Мужик, блин. Ну за это, конечно, я умру, но... Да я все равно умру, какой смысл? Пуджин, давай, родной. Жри, зажри, суку, жри, блядь. Ай, не успел стандать. Вивер занимается грязным каким-то делом непонятным. Давай, давай, Вивер, ебаш. Вот этот, вот, он не хилится, по-моему, да. Да неси ты, неси, никого нет, что ты слышишь-то? Боже. Вивер, ты мудак какой-то. Ей-богу. Сейчас они могли остаться без стороны. А, ладно, в общем. В общем, ладно. Хекс нужен, да? Хекс. Гем у Люкана. Надо его как-то выбивать. В принципе, я его с прокаста убил. Я видел, куда-то он сюда пошел. О. Да я убью его, если он один будет. Надо гем как-то у него выбить, потому что это не очень. Ага, БКБ. А мансы, 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 мансы. Ай, по этим прошелся. Ай. Ай. Больно, больно. Бегу. Мне больно, но я все равно бегу, друзья. Сейчас будет вендетта, я выбегу, подождите. Бегу. Вендетта. Так. Ой, как же плохо.
Дай бог выжить мне, потому что что-то чую, я сейчас склеюсь. Нет, нормально. Все. Пожалуй, все. Пожалуй, я навоевался, я пошел. Друзья. Пуч, 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 ты где? Пуч, выложи гем срочно. Беги оттуда, родной, как можешь беги, как можешь дальше. Самое главное, выкинь этот гем. Почти попал меня санстрайком, вы поняли? Тут... А, у него БКБ, БКБ, БКБ. По имени Виндета. Подруга, ну подожди, это, ну... Некров собирает. Вы поняли? Варды стоят. Варды, варды. Везде варды. Ну чё, сейчас будем залетать, пытаться, конечно, умереть сам умру, но... я даже не ударил никого и замерз я. Я замерз. А, да, что-то как-то не очень получилось. Но благо уже Вивер может убивать, и в принципе... Кстати, я про Вивер-то забыл, когда говорил, что Кунка не вытянет. У нас же есть еще Вивер. Вивер! Пуч. Хорош. Фу, фу. Хорош. Фу. Блин, я боюсь, что он потеряет гем, если честно. Типа... Это уже второй. Типа и мне плохо будет. И ему. Ну ладно я, как бы. Я больше там одного человека за драку, в принципе, мне тяжело забрать, потому что я умираю быстро. Но он, если его будут видеть... Хотя, в принципе, уже, по-моему, конец, ребят. Все, отлично. Первая игра за сегодня. Победа. Наконец-то. Несмотря на Пуджа. Как он бегает? А, он этот.
Ай, по-моему. Где ты? Ай, ну я... Сколько у него здоровья? 800. И да, я бы его... Нет, я бы его не убил все равно. Ай. С рапирой. Да, ну все, это уже конец, видимо. Подходит к концу. Хекс я так и не дособеру. Вот о чем я вначале и говорил, что, как правило, когда ты максишь догон, то к концу игры у тебя и остается этот догон, и вряд ли что-то успеешь собрать, что-то другое. Даже, вот посмотрите, счет у меня 18 кило, больше всех наделал, и тем не менее, так вот, все печально, даже 42 минуты, да. А ты чё, рапиру выбил, что ли, у кого-то? Он чё, рапиру выбивал или чё, я не понял. Ладно. Ладно. Сыр оставь. Сыр. А, про способности я не прочитал, кстати. Что-то я вообще завтыкал. Значит, первый это стан. Длительность оглушения 2,77 секунды. Урон 260. Стан массы, он идет, как я уже говорил, не по человеку, а по области. Поэтому попасть ему проблематично. Второе. Выжигает у выбранного героя ману пропорционально его интеллекту и наносит урон, равный множителю... равный выжженной мане. Множитель интеллекта 5. Как это работает? То есть, если, я так понимаю, если у противника 50 интеллекта, это все умножается на 5, и столько же маны ему выжигается. При этом ему наносится урон в этом же размере. Я вот так понимаю просто. Не знаю, как еще сказать. Второе, это карапасы. Фишка Никса такая, что они делают. После активации карапасов отражает и сводит на нет следующую атаку по Нюкс Ассасин по одной от каждого источника, оглушая того, кто его совершил. Длительность 2,25 секунд сотых. Длительность оглушения 2,4 секунды. Вот. То есть прожимаете карапасы, и противник, вас ударяя, оглушается. Если ударяет потом второй раз, то он уже не оглушается. Вот, ну как правило, одного раза хватает. Поэтому можно спокойно там дать проказ в толпе, прожать карапас и убежать. Вот, не всегда, конечно, но как правило. По-моему, здесь капец, нас развалили. Я иду. Самый главный гем. Я все же иду. Назад. Ну, Хекс-то я собрал все-таки. Да. А, значит, и Вендетта, наш ультимейт. Делает Никс Ассасин невидимым, дает ему дополнительную скорость передвижения. Если Никс Ассасин атакует из невидимости, то он наносит огромный дополнительный урон. Длительность 50 секунд. Это мы в Вендетте бегаем, невидимые. Скорость передвижения 20% увеличивается на 20%. И дополнительный урон дается 550. То есть, если мы вот так в инвиз ушли, с инвиза прям сразу же даем тычку по сопернику, то ему наносится урон в размере дополнительного 550 единиц. Это очень много, на самом деле. Вот. Как правильно делать проказ за Никса, вы, наверное, уже видели. Входите в Вендетту, ударяете, даете стан. Вот. Дальше выжигаете ману, включаете карапасы, догон даете. То есть забыл про догон, да. Даете стан, выжигаете ману, догон даете, включаете карапасы, и если нужно убежать. Или же не добили, да, где-то кого-то. Включайте карапаса, если он вас начинает атаковать, он оглушается и добиваете его, короче.
Айдай ударю, братан! Да-да-да-да-да-да! Все, в инвизи, в инвизи. Тихо-тихо, в инвизи. Вот. Такие пироги. Ага. Разведчики. Разведчики. Ой. Сейчас как вшибу тебе с твоими ветрами-то. Ну почти вшиб. Ну же конец, как бы уже все. Наставили вардов. Девятнадцать убийств жестоких и карательных Никс Ассасин. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я для кого-то раскрыл глаза на Никса. Кто-то, возможно, на нем не умел играть. Гайд, я думаю, получился довольно-таки познавающим. Рассказал, что как. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Намко. Смотрите следующие видео. Пока.